Вот она, долгожданная утренняя заря. Хотя, конечно, это уже похоже на полноценный рассвет. Но как бы там ни было, открытие охоты в Волгоградской области началось. А это главное. Охотники Волгоградской области перестанут завидовать соседям, там, Саратовской, Воронежской, потому что они уже охотятся давно, результативно, удачно. Посмотрим, что нам, точнее мне, этот день принесет. Сейчас подъехал я к озеру. Пройдемся сейчас пешочком к нему. Посмотрим там, есть ли пернатая дичь. Собака рада до безумия. Уже остановился, да? Правильно, передохни, береги силы. Так, я зарядился. Все. У меня у самого все свербит, колет в одном месте. Поэтому чалим. Посмотрим, что там будет. Так, понтов нет на этом озере, как обычно. Людей что-то, правда, немерено. Такое ощущение у меня складывается, что его выкупили. Ну, хотя табличек нигде нет, что там типа частная собственность, еще что-то. Ну, больно уж. Капитально как-то там. Такие туалеты, все прям быт налажен. Ладно, поедем сейчас куда-нибудь в другое место. Вот так вот, Собакевич, диван душить, да? Все, пробежался немножко. Ладно, погнали. Надо в форму приходить, а? Да еще. Ну, в общем-то, мне тоже. Ладно, идем, пойдем, посмотрим. Так, с водоплавающим мне пока не везет. Ну да ладно, посмотрим, что со степной дичью тут творится у нас. Подъехал к этой, к балке. Сейчас туда вот по балке, туда-туда дальше пойдем и обратно по другому рукаву. Так, собака хвостом виляет. Давно он не был, да я тоже прям соскучился по запаху. Вот. Поле, полынь, вообще отлично. Правда, и отвык я от упырей. Народу что-то левого в полях немерено. О, что-то собаки нет, 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 нет. Ветра, кстати, практически нет. Вообще штиль. И сухо. Собаке тяжело, конечно, работать. Ну, хотя сейчас главное тут прийти в форму. Первая вот эта вот неделя, чтобы он набрался, сбросил. Я тоже. Хорошо бы. И все будет тип-топ. Ладно. Я немного прошел. Это что такое? Это лось. Ё-моё, лось. Я в шоке. Ой, ёпта. Откуда же он с балки с той вылез? Так, ладно. Что же делать-то? Не, ну, в принципе, нормально. В первый день охоты лося встретить. Кстати, по поводу лося. Что, сезон-то открылся у нас. А вместе с ним и новые правила, новые нормы добычи, допустим, биоресурсов. По охоте вроде так и осталось, но с рыбой немного поменяли. Штрафы опять-таки совсем иные стали. Но они с начала года повысили, пока так и держат. Но это вопрос времени, тоже все подорожает. Это я про лося. Ой, ё-моё. Ну, вроде дух перевели. Надо было, конечно, водички взять, собака пить хочет. Уже начал подскуливать. Притомилась животинка. В бинокль просмотрел горизонт. Не, ничего нет. Блин, до машины пиликать далеко, а. Ну, деваться некуда. Хорошо, ветерок какой-то пошел тут. Обдувает. Все попрохладней. Ладно, в путь. Что, пойдем?
Собака моя, да. Молодец, молодец. Молодец. Так, ну ты встал, теперь мне бы еще подняться. Так, ладно, погнали. Так, ну дошел я наконец до аппарата. Блин. Запамятовал я, что такое ходовая охота. Вообще, конечно, грустно. В охотугодьях я нахожусь в 4-й час, а выстрела я так и не сделал. Это грустно. И собака у меня все уже шлангом. Пока шли, начал по этой по тенечку бежать. Все. Сдулась собака. Все. Попей водички. Да. Молодец. Так, ну у меня тоже начали ноги худеть. Ладно, сейчас посидим, отдохнем и дальше поедем. Куда? Да в какую-нибудь балку, наверное, еще возьмем одну. Ну, это по самочувствию. Хватит на сегодня. Собака у меня не Какевич. А, уж. Все, да. Что там, в глаз что попало? Да, попало в глазик тебе. Да и к тому же сейчас ездил. Сколько? Ну, достаточно много. Я объехал территорию большую. Везде воткнутые столбики, на которых написано «Охота запрещена». Вот так вот. Там, где раньше было можно, теперь нельзя в этом году. Это нормально. Блин, ну там площадь очень большая. А запрещена почему? Потому что отведена для притравки и натаски охотничьих собак. Поэтому охота запрещена. Вот так вот. Ладно, вот такое вот у меня сегодня было открытие охоты без выстрела. Ну ничего, это нормально. Это нормально, еще отличимся, я думаю. Все будет хорошо. Так, завтра. Я не знаю, по самочувствию, потому что у меня ноги гудят. А собака... Ну и тоже по собакевичу будем смотреть, что как. Ладно, все, чалим.